Ну что ж, друзья мои, всем привет, с вами Кентавр, вы находитесь на канале Just Best Games, и, конечно же, у нас продолжение игры про макак, про обезьян, про все, что, короче, должно эволюционировать. Вот такие вот дела. Что мы здесь видим? У нас здесь новая локация, и в прошлой серии мы проиграли немножко, то есть мы реально потеряли двух сородичей. Давайте посмотрим, где находится наша база, и посмотрим, что делать дальше. Что такое? Это концентрация. Место для рыбалки. Ну, это круто, но пока что рыбачить мы не будем. Это новое место, которое мы с вами открыли. Оно называется, мне кажется, если не ошибаюсь, что-то типа арка какая-то. Сейчас, секундочку, я гляну, если это так. Макака наша может бегать, прыгать, все, что хочет. Это само собой. Но самое главное здесь, что нужно сделать, это эволюционировать. Да. Это есть арка, о котором я вам говорил. Арка-близнецы. Давай я прям наверх прям прыгну. Опля, стой. Это надо съесть. Давай. Кого там напугать хочешь? Ты лучше... А что сменить руку? У меня в руке что-то есть? А, у меня камень. Слышь, камень. Как тебя выкинуть-то? Не-не, это нам не надо. Камень, короче, мы выкидываем. И, во-первых, хочу глянуть, что это за камень. Это обычный камень или это уже переделанный какой-то? Напугать. А кого он хочет напугать? Смотри. О, мы можем кого-то напугать. Это круто. Но! Мне нужна палка. Да, в прошлой серии я вроде тоже научился что-то там с палками делать. Но пока что давайте мы поедим. Кушай, кушай, маленький, кушай. Тебе нужно питаться. Смотри, видишь, у него кружок говорит о том, что ему... Прям жестко прям нужно питаться. Но мне кажется, я взял плод зелененький. Не-не-не, ты все подряд не рви. А то может быть и отравление. Печально будет. Давай другие плоды брать будем. Вот, 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 вот. Красиво, красиво, забирай. Какой сменить? А, это не берется даже. Напугает сменить руку. Какая рука? Сменить руку. А зачем сменить руку? Давай. Слышу. Кабанчик. Кабанчик, здоров, кабанчик. Я тебя сейчас трогать не буду. Попил я, попил, давайте к воде поближе. Попил, покушать я покушал. Давай к воде попьем немножко и двинемся дальше. У нас тут джунгли жесткие, конкретные прям такие. Ты можешь это выкинуть? А, что изменить-то? А что изменить? И что мы сейчас сделаем? Мы изменяем камень? Не, камень мы не изменяем. Все, выкидывай его. Выкидывай камень. Выкидывай, кому говорю. Давай, выкинь. Так, хорошо, тогда сменить руку и выкидываем. Отлично, лягушка, я тебя потом съем. Сейчас не время. Давайте выпьем. Попей, попей, попей. А, смотри, вода ему не нравится. Смотри, это новая водичка. Болотистая, найдена новая вода. Источник стоячей воды. А, кстати, вопросик, от стоящей воды мне плохо не будет? Вроде нет, вроде нет. Но пить ему я вижу, что вообще не надо, или? Не, надо, нормально все. О, отравление, блин, стоячая гребаная вода. Хорошо. Значит, мне сейчас нужна вода чистая, чтобы отравление... Если не ошибаюсь, да, чистая вода, чтобы отравление ушло. Сейчас найдем, где у нас чистейшая прям водичка. Так, вот, речка. Если не ошибаюсь, это мне поможет. В жизни, как бы это вряд ли так будет, но... Давай, пей, кому говорю. Посмотрим, отравление его поможет? Да, помогает. Спадает отравление, круто. И еще два глотка, и у нас пройдет совсем отравление. Ну или что там у нас было. Я хочу палочку, вот, хочу палочку найти. Иди сюда, Палкин. Палкин, забирай. И что сейчас мы можем с этой палочкой сделать? А, зачем осматривать? Ну, осматривай. Но ты это уже изучил вроде, да? Да, он эту палку изучил. Пока что сделать с ней я ничего не могу. Вроде бы как, или могу. Изменить. А, могу все-таки, смотри. Оп. Отлично, можем, короче, смотри. Я сделал из палки, сделал палку по... Покруче получается. Сейчас камушки я бы нашел. Я бы нашел камушки. Я знаю, там камушек, я его выкинул. Но здесь же, это же гребаные джунгли. Здесь же должны быть камни, не? А ну-ка, прыгни на... С другую сторону. Вот, смотри. О,
Я понял. Здесь у нас есть враг. Давайте послушаем. Змея! Чё, залезет? А нифига не залезет. Нюх. Нюх — это хорошо. Так, давай-ка изучим змею. Что скажет? Опознать. Ну, понятно, запомним, короче, местоположение змеи. Шикарно. Как я могу вообще напасть? Потрясти могу. Смотри, я могу это дело потрясти. Ага, кокосики падают. Ха, вот так вот можно добить кокос. Хорошо. И, само собой, напугать змею. Давай. Напугай ее! Уйди отсюда, гребаная змея, блин. Вы использовали палку как инструмент минимум 2 раза. Выполнено. Хорошо, это какое-то достижение, походу. Все, змея уходит. Блин, но мне все-таки нужен камень. Нужен камень. Я хочу проверить. Мне же писали, блин, ё-моё, блин. Кент, с камнем ты можешь просто-напросто сделать так, чтобы у тебя... Вот. Тихо, тихо, тихо. Кабанчик, кабанчик, я тебя не хотел тревожить. Там был камень, правда. А могу ли я леща прописать кабану? А чтобы подготовиться, это наклонение, это вот так. Отпустите, чтобы... Ага, понял. А, отлично. Типа можно только убежать, да? Потерял... Палку потерял? Заберу, я кому говорю. И так, смените руку и забирай камень. Отлично, теперь мне нужно подняться наверх. Наверх. Короче, от кабана пока что можно только ускользнуть, то есть уйти от него, и все, больше ничего такого мы с ним сделать не можем. Давайте глянем, что я сейчас могу сделать с помощью этой палки и... с помощью палки и камня. Вот оно как. Я могу сделать копье, как мне и писали. То есть ты берешь, химичишь... И у тебя получается копье. Ну это долго, офигеть как долго. Давайте глянем. Пока что не буду убирать этот момент. Даже вырезать не буду. Типа все? Или еще нет, я не понял, погоди. Пока он что-то еще делает. Во, найден новый способ изменять предметы. Ударная обработка. Теперь вы можете модифицировать палку. Кабанчик! И змея. Все вместе. Так, секундочку. Секундочку. А ну-ка, сейчас мы на кого-то нападем. У меня же копье, блин, гребаное есть. Змея, иди сюда. Или на тебя, или на кабана. Кабанчик, я же здесь, блин. Так, напугать, понятно, сменить руку. Давай, ну-ка, давайте сменим руку. Вот так вот, да? Напугать можем, осмотреть можем. Давайте осмотрим. А что мы осмотрим? Ага, мы осмотрим палку. Хорошо. Типа новый предмет, да? Заостренная палка. Акери лигнум. Но я сейчас не могу даже нападать, потому что их 2. Или? Ха, прикинь, он прям надо мной. Подо мной, то есть. Прыгай туда вот. Туда прыгай. Вот. Здрасте. А вы, может, друг друга съедите, а? Что это такое? Воу. Фига себе. Нормально, вы забили заполненный ранее предмет. Чё? То есть они все-таки друг друга забили, прикинь? А тебя убить я могу? Напугать, сбросить. Сменить руку. Как его убить? Он вообще не реагирует на меня. Нормально. Концентрация. Прям позади, блин. Стою сзади него, и я его это... И он меня вообще не трогает. Ему по барабану. Охренеть. Слышь ты, кабан. Бросить, сменить руку, осмотреть. Давай, меняй руку. Изменить. Так, камень брось. Бросить камень. Может, проблема в камне была. Как его убить-то? Нет такой функции просто. Чувак! А вот так вот. Воу, нифига не получилось, почему? Я был слишком близок. Палку бери. Наверх. Наверх.
Охренеть, я думал, он сейчас возьмет и тыкнет, блин, этим копьем. Нет. А не тут-то было. Короче, кабанчик испугался, но он все-таки меня немножко побил. Хорошо. Спускаемся вниз. Да не так, не так, не так, не так низко. Давай, давай, выше, выше, выше. Короче, без разницы. У меня есть палка, это самое главное. Но мне сейчас нужно кое-что... А вот сейчас, может, получится, может. Давай! Блин, не успел он нифига сделать. Вообще не успел. Низкий уровень дофамина. Хорошо, надо потренироваться. Палка где? Вот она. Отлично. Мне нужно поесть, походу, или что? Сменить руку. Взять. Да и пожрать. Поможет? Нет. Ага, понял, трава. Трава нужна, вот она. Я помню, мне нужна трава для этого. Специальная трава, короче. Но вижу, еда ему тоже как бы понравилась. Вот, вот эта трава мне поможет против переломов. Отлично, помогает. Падает уровень перелома, да. Шикарно, переломчик спал. Хорошо. Идем, короче, к своим сородичам, потому что надо смотреть. Вот там его у нас мигает, это у нас с правой стороны карта, вроде бы как карта называется, да? И с правой стороны там что-то мигает. Секундочку, может нам интеллект включить? И глянуть, что мы сейчас видим. Надо изучать все эти вот вещи. Это укрытие, это понятно. Гранит, типа камушки, всякая фигня, это мы знаем, знаем. Там что? Ага, это надо глянуть. Это тоже надо глянуть. Какие-то новые вещи, которые, о которых мы не знаем. А как найти трупы своих этих сородичей-то, а? Секундочку. Давайте найдем вот эти вот вещи. Запомним местоположение, и я пошел. Я пошел, сородичи подождут пока что. А я иду смотреть, что это за фигня такая. О, так это далеко может быть, да? Самое главное, у меня нет переломов, у меня сейчас ничего. Это круто. Так, палочка должна быть, скорее всего. Ну давай, в правой руке. Отлично. Я побежал. Не получилось мне убить. Блин, это далеко все-таки. Убить кабана, но ничего страшного. Потренируемся. Кстати, также вы писали, что можно поднять этот камень, смотри. Давай попробуем. Найдено новое применение инструменту. Поднять тяжести. Теперь вы умеете поднимать камни еще. Ища, короче, полезные вещи. Сменить руку. Взять гриб. Блин, отравление. О, кстати, он дает отравление, но в то же время он дает защиту от... Ой, от чего, кстати? Давайте мы нажремся прям до упада. Это защита от чего, кстати? И теперь опять же нужно пить воду, чтобы это вот отравление сбавить. Вода у нас была вроде бы здесь, снизу. А вот тебе водичка. Блин, как меня бесит то, что он не может пить, если у него есть копье. Смотри, в руках. Бросаем копье, отлично, и попьем. Давай, красавчик, пей, 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 маленький, пей. Шикарно, я пошел дальше, к своей цели. Смотрим, что там есть. Опять слышим топот кого-то. Чей-то. Кабан, что ли, опять же? Да, кабан. Я его сейчас трогать не буду. Я к своей цели пойду. Вот туда вот. Надеюсь, тут кабанчик только один. Надеюсь, их не больше. И что это такое там будет сверху? И почему это я до сих пор не узнал? Да, допустим. Ну давай, интеллект. Вот я сейчас близко. А, сделать открытие, давай. Почему бы и нет? Найдено новое интересное место. Каскад водопадов в скале. Я вроде это находил, вроде бы. Или это не сохранилось. Странно очень. Но сейчас глянем. Ну, допустим, я понял. Каскад, там кое-что еще было. Арка это вот, или две арки были. Это мы видели. Но мне по-любому назад нужно, потому что я должен понять, сколько у меня сейчас особей. И нам нужно расширяться, по идее. Прям конкретно нужно расширяться. Правда, до сих пор я бегал туда-сюда. И не видел ни одной макаки, то есть ни одного примата. Это есть нехорошо.
Все, погнали. Окей, я сейчас на базе. А что у меня за знак вопроса здесь? Я чуток не понял. Сколько нас осталось? Надо глянуть. Ты вообще кто? Давай, вот так. А, сделать открытие. Хер знает. Сейчас, не ночью, погоди. С открытием не ночью. Ты кто? Вообще. Сменить. Сменить руку, изменить, напугать. Да смени руку, блин. Изучить, на. Да не дергайся ты, блин, ё-моё, в паре с Кью и Нив. Взрослая самка. В паре с... Партнер Нож. А меня-то как зовут-то? Ты маленький, это я понял. Второго маленького, мне кажется, мы где-то потеряли. Скорее всего, да? Или он вернулся домой? Погоди, сейчас надо глянуть. Или он здесь? Или он вырос? Ты у нас одиночка. Фертильно, кстати, можем делать детей. Прикольно. Ты одиночка, старшая самка, старшая особь. То есть у нее детей не может быть, как я понимаю, да? Кто-то еще есть здесь у нас? Так, двое. И эти двое. Хм, странно, хрен с тобой. Давай пойдем поспим. Отлично. Кроватка где? Вот у нас кроватка. Все, идем спать. Так, напугать, сменить руку, бросить. Он что, не может спать без этого? В смысле, с предметом в руках. Бросить, осмотреть. А что осматривать-то? Заколебал осматривать, блин. Ты уже осматривал этот предмет-то. Зачем эта кнопочка еще стоит у нас? Давай, бросай. Все, наконец-то, можно лечь. Угу. Поспать. Поспать. Позвать партнера, лечь спать. Хорошо. А где у нас эти... эволюция? Где у нас показывается? Почему-то я это не заметил сейчас. Давай посмотрим до утра, чтобы было более-менее светло. Че он там видит? Угу, пить, кушать, короче, уже хочет, я понял. Так, 6 часов утра, это вообще идеальное время. Какой позвать партнера? У тебя есть партнер? У тебя партнера сейчас нет, мне кажется. Смотри, все спали. Все на одной кровати, блин, прикольно. Вообще прикольно. Лечь. Так, что-то я не пойму, почему у нас не работает... нести на спине. Изучить это понятно. Переновать мы сейчас не будем, переименовывать. Возьми его на спину. На спину. Напугать, лечь. Давай еще раз ляжем. Снять детеныша. А где эта штука-то? Хм. Странно. Так, хорошо. Сделаем тогда это, открытие. Погнали. Что это будет? Найдено новое интересное место. Джунгли. Укрытие с секретным водопадом. В смысле, то есть я здесь так долго живу, уже почти что 2-3 серии. И мы только что это заметили? Нормально. Мне нужно быть, походу, еще больше внимательнее, да? И все вот эти вот нюансы открывать и нажимать на них. Хорошо, но мы это мы поняли. Мы эти места видели, мы как бы здесь все начали игру и все такое... Воу. То есть это не совсем так, да? Это метеорит, блин. Пролетел. Или корабль пришельцев. Одно из двух. Так вопрос. Куда он упал? Угу. Отсюда мы его видим. То есть мы видим отсюда дым. Да, ты вообще красавчик. Красавчик. Обязательно. Вообще Вася, красавец. Так, значит, я его типа... Ух ты, я реально отсюда его вижу. Вы нашли в джунглях, это понятно, выполнено. Где моя база? Это наша база. Хм, так он в принципе недалеко, нам просто нужно туда добежать. Тут орел придет, ты придурок. Тут же орлы летают. Стой. Нужно спуститься быстренько прям. Побыстренько, давай, давай, смотри. Ты можешь уже на двух своих ногах ходить. Офигенно. Чем же не человек-то, а? О, могу ли я отсюда увидеть или услышать
тех, которые пали в бою. Нифига, далеко походу, да? Это что такое? Угу, это труп. Понял. Это труп из этого, из... Это где вообще? А, это какой-то фрукт, да? Это фрукт какой-то или что? Запомни, давай запоминай. Погнали к нему. Давай, 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 пошли, пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Сейчас мы фрукт. А, отлично. 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 Стой, стой, стой. Не падай, не падай. Секундочку. Мы же макаки опытные. А, сводить, конечно. Забираем. И... Блин, дым-то близко. Птица! Отлично, держись, только не падай. Есть. Орел-скоморох какой-то нас напугал, и этот фрукт, походу, выронил, да? Блин. Прикольно. Блин, я должен взять этого детеныша и пойти туда. Все, нам нужно этот к этому метеориту. Но сначала давайте мы сделаем еще одного детеныша. Детеныш, иди сюда. Ты, детеныш, блин, фертильно, да, самочка? Давай я тебя сделаю... переименовать. А как тебя позвать? Погоди, я хочу тебя позвать. Нет, погоди. Переключиться. А как ее сделать своей? Как я понимаю, вот у нас старшая самка, да? Это прям такая серенькая. Она уже детей иметь не может. Ты кто? Еще раз смотрим. Ты у нас взрослая самка в паре, партнер... А, партнер нож. Так, секундочку. Так, зову партнера. Это моя, да, самочка? Да, это наша самочка. И что можем сделать? Можем ли мы делать детей, кстати говоря? А, лечь. Отлично. Нет, только лечь спать можем. Даже с партнеркой. А, у нее уже два ребенка, блин. Я понял, я понял. Короче, мне нужен... Знаешь, что мне нужен? Там самка. Здесь самка. Но... Я типа в паре, если не ошибаюсь. Я в паре вот с этой вот самочкой. Да, и поэтому я не могу сейчас к этой подойти, походу. Так получается. Два ребенка мы сделали, и все. Все, нам нужны новые. Новые сатрайбовцы, скажем так. Так что берем нашего мальца. Не-не-не-не-не-не-не. А, кстати, возьми этот кинжал. Слышь ты, чувак. Тут напугай, да какой напугать, блин. Во-первых, возьми этого мальца. Чего-чего не хочет? И органы чувств, интеллект, позвать. Кого мы зовем? Всех? Странно. Маленький. Есть кнопочка нести на спине. Появилась же. Нести на спине, есть, отлично. И палочку свою хочу взять. Палочку. Это же моя палка, блин. Ну, да я хрен с тобой, возьму другую. Пошли. Да какой-то предмет находится. Нам туда, скорее всего. Скорее всего, нам туда. Не-не-не, тихо-тихо-тихо, обратно, обратно, обратно. Прыгай, прыгай. Стой. Держись, держись, держись. Нельзя так, ты чё? Ты чё, так нельзя, вот. Вот туда вот, отлично, красавчик. Видишь, как учится, блин, на ходу, а? Могу спуститься, подняться, куда хочу, сделать... Чё тебя тут держит? Ничего не держит. Палочку, правда, надо сделать новенькую. Да, сейчас мы найдем палочку, сейчас мы все найдем. И надеюсь, что там, где знак вопроса, там будет метеор этот. Забери, да, не прыгай ты. Забери, отлично. Шикарно. О, здрасте. Нельзя, 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 нельзя. У меня палочки сейчас нет, я типа сейчас не готов. Так, сменить руку. Я не могу сейчас с ней работать, с этой палкой, да? Давай туда, прыгай тогда, вот так, отлично. Вот здесь можешь изменить? Шикарно, красавец, уже все может. Сам может. Оп, что, не можешь? Ай, сломал палку, блин. Не успел, не вовремя все сделал. Туда. Я уже опытный этот...
Да давай, 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 наверх, наверх. Опытный передвигающий этот, передвигающийся этот самец, блин. Может все очень красиво сделать. Ушли из зоны риска, и цвета даже поменялись. Дайте мне палочку сделать. Заколебали-то, а? Туда вот, вперед. Блин, не успел. Хрен с тобой. Так, знак вопроса. Я к тебе иду. Обязательно. Комбайнчика слышу. Стой. А здесь нет никого, кто типа прячется? Вообще? Где самки? Где самцы, блин? Где вот эти вот все наши типа сородичи? Укрытие. Изучай, изучай, изучай. Все изучай. Гранит. Отлично. Изучаем, становимся лучше, понимаешь? Это все превосходно. Правда, сородичей своих я не вижу. Шикарно, изучаем весь мир этот наш. Там труп, это я знаю. Ой, давай к нему посмотрим, что это даст. Что это дает? Вот нашел его. Напугать, изучить члена. Прошло после смерти 0 лет. Ну, ты увидел его, да, допустим. Что сейчас? Изучил, да? И все. Понятно, это нам ничего не дало. Это что? Это понятно. Дайте мне палочки. Нам туда, походу. Но без палки не пойду. Смотри, я могу ходить в воду, в воде, блин, на двух своих двоих ногах. Понимаешь? Чем вам этот примат не человек? Вот вам будущее человечества, как, ну, в смысле, прошлое. Как мы выглядели в прошлом. Надеюсь, меня тут... Опля. Кто-то может сожрать. Крокодил, что ли? Оу! Тут крокодилы водятся, да ну нафиг! Только не ломай этот подо мной дерево-то, а? Офигеть! Крутяк, а? Куда мне сейчас? Ближайшая точка это где? Скорее всего там вот. Давай. Так, держи, держи, держи. Твою же мать, он за мной идет, блин. Вот туда вот. Вон. Выше, 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 выше. Так, я искал тут зону какую-то. Где мой интеллект там запомнил какую-то хрень? Давай я крокодила тоже изучу. Ты где? Но? Ну изучи же его, не? Изучи, кому говорю. А чё его не изучает? Вот. В смысле? Ты не понимаешь, что это такое или кто это такое? Странно. Хорошо. Хорошо. Как мне отсюда уйти? Оружия нет. И еще один хрен, я не пойму почему. Вот я сейчас запомнил как бы одну точку, я шел к ней, и она пропала. А, вот она. Органы чувств, давай. А, сделать открытие, давай. Отлично. Делаем. То есть открытие, это означает, ты находишь новые места. Я понял. Будем сдать. Это надо понимать просто. Игра не совсем простая, она будет простой для меня только тогда, когда я полностью разберусь в ней. Разбираться в ней как бы я стараюсь, но по-любому получится лучше разобраться. Большое болото, это я понял. Получится разобраться только вместе с вами. То есть вы пишите свои комментарии, пишите свои советы, все, что вы знаете о игре, потому что 100% знаю. Вы многие прошли уже, ну не знаю, если она вообще проходится, но... многие уже знают все, что хочешь об этой игре. А мы еще пока что маловато знаем. Но изучаем вместе с вами, делаем все, чтобы получилось. Все, изучаем эти вот нюансы. Все квадратики, все вот эти вот новшества. Место для рыбалки. Тут много, кстати, мест для рыбалки. Правда, я палку еще не нашел. Отлично, волокно хлопкового дерева.
Тихо. Там было сделать открытие еще раз? Серьезно? Давай. Крокодил Торбьернарсона. Торбьернарсона, или как его там назвать-то? Крокодилус Торбьернарсорис, или что там было написано. Все, я его знаю, короче. Концентрация. Забыть? Не-не-не-не-не. В смысле забыть? Я его запомнить должен. А не забыть. Такую хрень как бы не забудешь. Давай повыше посмотрим. Блин, что они такие короткие? Деревья-то. Дальше. Включаем наш мозг. И изучаем дальше всю эту вот прелесть. Укрытие. А что делать, если у меня, вот смотри, у меня красная вот такая вот метка справа мигает. Где карта? Это что? Каскад, да, ага. Красная меточка и... Так, я вперед, я туда. Опа-ля! Оп, стой. Я попаду туда, не? А давай вот так вот. Тихо! Как же ты неправильно поставил, поступил. Давай наверх. А, ну убежать я могу, в принципе. Да, могу. Погнали, туда. Или тут еще другие крокодилы будут. Кабанчик, здорово. Это метеорит. Я сначала уйду от него, от кабана-то, а? Отлично, убежал. Шикарно, увернулись от атаки, это круто. Но давайте я его все-таки подожду, пока он уйдет. Там метеорит. Понял, да? Концентрация. Но, типа, запомни, давай запомним. Так, скабан, отойди отсюда, уйди, не мешай. Осмотреть. Успеем? Успеем, пока кабан еще не пришел. Мы осматриваем. У нас ситуация как бы опасная, но все-таки я рискну. Сохранение, круто. Мне нужно пить, кушать. Могу это взять? Есть. Нужно свалить. Метеорит у болота. Это круто. Тут укрытие. Это хорошо. Где палки, блин? Давай сначала покушаем. Прям возле кабанчика. Нормально. Смеять руку. А, я могу же взять этот, глянуть на него. Осмотреть кусочек метеорита. Прикольно. А вы нашли метеорит на небольшом болоте. Выполнено. Хорошо. Послание из космоса. Сколько здесь кабанов-то? Заколебали. А растущий нейрон, органы чувств. Хорошо, что-то мы там прокачиваем пока что. Что еще можем? Что еще могу изучить? Изучаем. Да это не знаю, это мне помогает чем-то или нет? Вроде чем-то помогает. Я покушал сейчас. По-хорошему-то, а? Вот это можно съесть. Там укрытие. Еда, в принципе, на деревьях тоже должна быть. Давайте по слуху посмотрим, кто у нас где передвигается. Концентрация, понял, это кабанчик, это мы знаем. Кого еще? Тут два кабана, блин, офигеть, а? Шик. Вообще идеально. И все вроде, да? И крокодил. Вообще идеально. Конкретная у нас тут ситуация прям такая шикарная. Ни туда, ни сюда, короче. Что-то надо делать. Убегать, короче. Убегать, кушать и пить. Может наверх? Или туда, туда вниз, короче. Все. Блин, мне бы самочку еще найти. Почему мы не можем найти самок? И дайте мне палок, блин. Я хочу копье себе сделать. Стой. Поешь. Поешь. Отлично, он прям был голоден, смотри на него. Прям серьезно голоден. Порви, поешь. Красавчик. Все, немножко поели. Отлично, идем дальше. У меня этот метеорит со мной? С собой? Да. Изменить руку. Сменить, осмотреть. Это мы знаем. Все, погнали. Отлично. Кто-то рычит. Это есть плохо. Но мы передвигаемся дальше. Да, все-таки наверх. По дереву.
крокодайл. Здоров, крокодайл. Вас там больше, как я понимаю, да? Да, нормально. Мы справимся, мы с ними справимся. Тут, правда, пить как бы ничего. А, вот есть вода. Так, тогда пошли пить. В таком случае пошли пить. А метеорит пока что брось здесь. Не-не, стой. Тихо! Куда ты пошел-то? Чувак! Он меня типа не заметил или как понимать? Или он боится метеорита моего? Ё-моё. Жесть. Попей. Попей, 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 попей. Правда, я вижу, что тебе пить как бы не надо. Почему мы столько двигаемся туда-сюда, а он пьет, а ему это не надо, смотри. Желудок ничего не говорит. Он говорит, нафиг ты вообще пьешь. Все, забрал. Жратва. Нужно пожрать. А вот и палочка. Палочкин, забирайся. Давай, дай. Дай палку, кому говорю. Есть контакт, шикарно. Сменить руку. Давай, делаем что-то с ней, надо делать, давай. Кто? Тихо, твою мать! Собака! Наверх! Наверх! Говно, блин! Только не убивай меня! Я наверх. Я на... Как же так? Золотистый саблезубый тигр. Говно собачье. Кровотечение у нас. Молит за мной? Со мной. Метеорит, походу, я его выронил. Ой, так, давай наверх. Могу ли я сейчас увидеть? Есть у меня камень с собой? Где он? Тигр. Тигр. Там крокодил уже подходит. Там кто-то ползает, смотри. Ха, анаконда, блин, или змея какая-то, блин. И все подходят ко мне, смотри, все хотят меня сожрать, да? Нормально. Чё там крокодил, где он? Там змея ползает. Крокодил там что-то делает. Так, я спускаюсь, хрен с тобой. Где камни мои? Взять. Метеорит где? Ну, поешь. По кругу крокодилы, змеи, тигры. Где мой камень? Блин. Давай. Изменим. Такс. Не вижу. Смотри на него, смотри. Как побежал прям к этому дереву, говнюк, а? Да я тебя запомню сейчас. Сейчас запомним. Давай, запоминай его. Отлично. А я метеорит, походу, просрал, если я не ошибаюсь. Давай наверх. Я истекаю кровью. И плюс к этому замерзаю почему-то. Мне нужно найти что-то, что... чтобы себя заштопать. А здесь пока что нифига такого не вижу. Вот там что-то есть, смотри. Пошли, пошли, пошли. Туда, 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 парень. Чувак, сюда вот. Вот сюда. Стой, 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 стой. Отлично. Сейчас, походу, сдохну. Да, нет. Ага. Держись! Неправильно, я что-то там сделал. Держись, держись, держись. Сейчас дойдем туда, доверху. Доверху. А где ты было? Там. Запомнить. Найдем сейчас эту штуку. Наверх. И что же там у нас лежит? Какой изменить? Что ты сейчас с этой палкой можешь сделать? Да вообще ничего. Ты уже все сделал. Ты лучше возьми вот эти вот штуки. И изучи. Какие-то фрукты. Найдем новая еда. Блин, это просто еда. Африканский мамбин. Хорошо, съесть. Кушай его, кушай, кушай, кушай. Может, что-то как-то мне поможет.
Не знаю, вроде состояние моего этого примата хорошее. Но по-любому мы еще капаем, блин, истекаем кровью. Вы усвоили питательные вещества из косточковых. Короче, хрен знает, что там мы взяли. Давай, ешь, ешь до конца. Ай, отравление, вот, идеально. Смотри, он, короче, начал хвататься за живот и просто бросил палку. Понимаешь? Нормально. Отравление сбавил, все нормально, попил водички. У нас тут водичка течет. А там у нас база, и двигаться, походу, как я, если... О, там у нас еще трупецкий есть. А ну-ка. Концентрация. Мертвый гоминид. А ну-ка, давай посмотрим. Там убили нас в прошлой серии второго гоминида, походу. Я еще истекаю кровью, блин. Ты можешь его запомнить местоположение? Чё так повернулся-то? Ночь, правда, нифига не видно, но попробуем. Глянем, что там есть. И где он? Вот он. Изучить члена стаи. Прошло после смерти. Это мой самый главный был, кстати. Да, ну хорошо, ты его изучил. И что дальше? Ничего? Ничего. Тут был тигр, я помню. Там какая-то штука неизвестная. Ну-ка, давай прыгнем. Мне бы еще по-хорошему поспать еще. Это? Да. Осматриваем. Член стаи мертв. Где он был, блин? В этом и вся проблема. Я вот изучаю отверстие под чё? Под палку? В смысле отверстие под палку? Где здесь? Ткнуть. Зачем мне... тыкать-то туда, а? Я-то понимаю, что мы эти... как его? Самцы наши палки, свои палки тыкают во все дырки. А зачем ее сюда тыкать-то, а? Давай. Эй, сломал палку, секундочку. Сейчас найдем, тут была палка, вот она. Забирай. Отлично, правда камень еще нужен. Ну, хрен с ним, давай, мы можем вот так вот сделать. Твою мать, сука. Наверх, наверх, наверх. Почему не было никакого оповещения? Почему не было... И почему не было, ну, типа, момента такого замедленного действия и так далее? Вот так меня убили в прошлой серии. Офигеть, а? Говнюк. Почему этого не было? Прыгай сюда, блин. Не, да не туда ты, блин, дебил. Туда, вот сюда вот. Наверх, 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 наверх. Обойдешь, подождешь, блин, меня, блин, этот. Как его, через пару сотен лет я тебе отдамся, но не сейчас. Да не вниз ты, говно собачье. Да, ушел я от него. Но вот ненадолго. Это ненадолго. Че, заберется, что ли? Воу! Офигеть! Борьба, блин. Наверх, наверх, наверх. Я вижу, мне плохо очень. Энергии вообще ноль. Нам нужно подняться все-таки наверх и поспать. Я услышал макаку. Или нет? Я где-то кого-то услышал. Нет. Кстати, эти волокна, ты же против... Секундочку. А ну прыгай. Стой, 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 наверх, наверх, наверх. Это же волокна против кровотечения. Где вы? Вот они. Да. Ты, говно, где туда? Угу. Вот сюда. Хм, я в неизвестной зоне. Ты этот волокно сначала возьми. И применить. Применяй, 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 применяй. Против кровотечения. Наконец-то. А наконец-то я их нашел. Шикарно. Правда, у меня по-любому состояние так себе. Но кровотечение я убрал. Все, у нас здесь новая локация. Хрен с ним. Давайте изучим новую локацию.
Начинаем. Это типа все новенькое у нас, да? Надо быстренько изучить. Отлично. Все новые вещи, новые предметы. Шикарно. Это изучили, это изучили. Быстренько изучаем. Правда, мне сначала надо было поспать, но что поделаешь. Может, мне ближе надо? Туда ближе, давай, пошли. Шикарно, держимся. Держимся. Вот так вот на дереве. Ну, поднимись, поднимись, поднимись повыше. Что еще могу изучить? Это изучили. Изучаем. Отлично. Давай. Угу, понял. И куда мне идти? Сейчас глянем. А, вот оно как работает. Заполняется. Вы побороли страх силой разума. Хорошо. С левой стороны у нас наполнился просто такой кружочек. А, беленький. И теперь нам показывают, куда идти. Хорошо. Правда, нужно по деревьям лазить. Потому что меня могут сажать, понимаешь? А если меня сожрут, это будет плохо. Так что вот таким вот образом нам туда вот, да? Таким вот образом мы по деревьям будем лазить, правда, силёнок у нас мало. Отлично. Я здесь. Моя зона, моя территория, короче. Все, я познал эту зону. Все страшности, все прелести, короче, мы здесь познали. Опять же, крокодилы, всякая вот такая вот хрень. Но, по крайней мере, у нас новая территория есть, открытая. Окей, я когда-то вылезу из этих джунглей. Лечь, спать нужно. А что тут воняет-то? Почему мухи? Странно. Давай выше поднимемся. Выше, 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 выше. Я должен понять, почему здесь мухи летают. Там люди, черный тигр какой-то. Фига себе. Нормально. Нормально так. Нет, это не то. Где он? По звуку надо. Угу, слышу. Слышу. Вот он там где-то. Запомнить, конечно, запомним. Да, это какой-то черный тигр. Все, мне нужно строго поспать. Правда, не знаю, сколько времени. Могу ли я здесь спать? Лечь спать, смотри. Давай. Лечь. Маленький. Ты не упадешь? Лечь, 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 поспим. Правда, здесь опасно, типа, да, но я попробую поспать пару часиков хотя бы. Поможет мне это как-то или нет, без понятия. Да, вроде сны пошли, отлично. Все, более-менее поспали. Хорошо. Вода, еда, сон. Типа, более-менее в норме, но кругляшок этот наш зеленый, каким-то боком он почему-то... Он почему-то маленький. Что мне нужно? Изучаю тут опять же всякую хрень. Крокодилы там бегают. Палочку себе сделать. Сухая ветка. Хорошо, бля, сухая ветка. Изучаем все, что есть. Попить, покушать, походу, можно, да? Давайте с волокнами поиграемся немножко. Где они? А где они? Волокна. Странно, я их не вижу. Чё это за говно, блин? Офигеть. Это кто? Это грёбаная анаконда или змея какая-то. Правда, здоровая очень. А ну-ка запомнить ее. Местоположение. Не хочу я сейчас с этой хренью связываться. Идем дальше. Офигеть. Бег, задачка. Первоначальная. Взять. Сделать себе палочку. Врагов здесь вроде я не наблюдаю. Это есть хорошо. Так, сменили руку, да? И делаем. Отлично, палочка сделана. Правда, камень сейчас нужен. Правда, сейчас. А что ему не нравится, я не пойму. Надо ему пить? Да-да-да, выкинь эту каку. Выкинь. Поменяй руку и выкинь. Отлично. Бегает.
Тихо-тихо, не надо. Надеюсь, меня не увидит, я пока пью. Или? Не видит. А ему пить не надо, смотри, он не хочет пить. Ой, странная хрень творится. Бежать я не могу, что ли? Чё-то нам херово. Какой-то фрукт. Давайте попробуем, покушаем. Если это у нас получится. Так, во-первых, мне нужно палочку сменить в другую руку. Отлично. И давайте глянем, что же это за фрукт такой. Вот он, концентрация. Да, я понял, запомню. Сейчас мы его не потеряем из виду. И пойдем к нему. Я думал, он ближе, на самом деле. Опля. Это что? А, схватить. Чем мы там кушаем? Это не от того, не от этого у нас было отравление? Да, я лучше выкину его. Мне кажется, от этого у нас отравление было. А, это кокос, блин. Гребаный кокос. Иди сюда. Так, как мне его разбить? Тоже вопрос хороший. Повыше, повыше, повыше. Не, нам нельзя здесь оставаться. Правда, я бы не от... Это вот не отказался бы от камня. Камушки. Нет, не камни, это нифига не камни. Так я не понял, где камни? Ну да ладно. Я пошел. Почему я бегать не могу? Что с моим приматом? Беги, блин. Скорее всего, кушать ему надо. Что я здесь увидел? А, это далеко будет. Тут укрытие. Крокодилы, правда, здесь бегают. Камней нифига не видно. Вообще плохо. Все на самом деле херово. Давай поднимусь повыше. Ну-ну, выше, выше, выше. Вот, камни, 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 камни. Е-е-е. Обсидиан, погнали. Тут как будто кто-то ходит. Не? Брось кокос. И возьми камушку. Могу ли я этим обсидиантом? Да, могу. Отлично. Делаем. Делаем себе копье, хорошее копье. Отлично. Копье сделаем. Твою мать, а. Как его убить? У меня есть копье сейчас. Уронил, блин. Уронил копье. Где оно? Возьми. Да не кокос. Нет, 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 это. Брось. Твою мать, погоди. Сейчас, сейчас. Да, мне трындец, сука. Жесть, 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 жесть. Так, секундочку, сейчас посмотрим, что будет дальше. Смотри, что случается с мальцом? Он же у меня на спине был. Типа его тоже сажали или нет? Давайте чисто ради интереса глянем. А у меня на базе там есть, получается, одна девчонка, вторая девчонка. Если не ошибаюсь, еще одна бабенция, мне кажется. Ну, та, которая самая старшая. Это должен спрятаться. Понял. Наш малец должен найти укрытие. Я пошел. Я пошел, его надо укрыть, короче. Да, он сейчас укроется, и типа мне нужно будет его найти. У нас сейчас в стае получается 3 особи. Это очень мало. И какого же хрена я не мог найти моего мальца, которого тогда мы потеряли? Потому что я смотрел в оба, и влево, и вправо, куда хочешь, и нифига такого не было. Если вы заметили, где я профукал своего этого, типа, детеныша, ну, в предыдущей серии, то есть сегодня, если мы его где-то, ну, мы же... А что с вами? То напишите об этом в комментариях. Что с вашим этим состоянием? Низкий уровень дофамина. Вы что, тут подыхаете, что ли? Из-за чего это? Попей, блин. Да. Да, неужели? Я что, за них всех должен пить? Они что, сами питаться не могут? Странно. Ё-моё. Вопрос, какого же хрена умирают
Я пил-пил-пил, это, короче, у нас примат баба будет. Я пью, а ей, походу, не хватило еды. С водой уже было все нормально, а вот с едой, походу, беда. И подыхает еще один наш примат. Жесть. Охренеть. Окей. Это, походу, от голода, да? Получается так. Жестоко. Хорошо, а почему она умирала? Мне такой вопрос. Почему у этих приматов все нормально? Дай покушай. Тут еды нет, что ли? Тут же еда была. Она не растет? Или как? Или оставаться на одном месте нельзя, да? А вот тебе игра и учит. Походу оставаться на одном месте вообще нельзя, потому что еда заканчивается и все. Нужно потихонечку перебирать всех своих, брать с собой. Смотри, здесь еды вообще нет. Все сожрали, я понял. Ты где? У тебя что? Давай мы это изучим и переключимся. Посмотрим, что с этой самкой. Самкой. Старшая особь. Но. Переключайся на нее же. А я нажимаю на мышку. Отлично, сработало. У нее все нормально. С едой все нормально. Давайте попьем хоть. Там труп. Капец. В воде прям. Жесть! Давай пей, блин. Не, пить она не хочет. У нее с водой все нормально. Надо кушать, походу. Короче, друзья, давайте мы на этом закончим. Что у нас осталось? У нас осталось, походу, две самки. Это означает, что нам нужно найти нашего мальца. Давайте я сейчас гляну. Это он там? Да вроде нет. Вроде бы нет. Это тот предмет, которого я, типа, поставил на память. Ну, чтобы он запомнил. Твою же мать, а. Походу, то, что у нас мигает справа снизу на карте, я сейчас только понял. Наверное, кто-то уже написал, но это, походу, означает, что малец в опасности, его надо найти. Если не ошибаюсь, это была вот эта вот точка. Слышь ты, бабенция, мы отсюда уезжаем, у нас тут нет припасов больше. Как тебе позвать-то, а? Как можно позвать? Напугать, схватить. Ну, допустим, бери палку, это понятно. Давай, изменяй руку, короче, делай все, что ты хочешь там делать. Отлично. И позови своих. Как могу я позвать ее с собой? Тут у меня есть кнопочка «Завершить вылазку на кровати». Да не напугай ты, завершить. Что это дает? Ага. Напугать, бросить, сменить руку, осмотреть. Не надо тебя осматривать. Как тебя позвать-то? Давай. Зови. Могу дать палку ей. Правда, ей эта палка не нужна сейчас. Странно. Короче, друзья, заканчиваем. Потому что хрен узнает, что делать дальше. Наверное, нам нужно начинать, наверное, скорее всего, сначала. Потому что остались только две самки. Или с этими двумя самками. Вот они, да, все-таки получилось позвать за собой. Правда, позвала за собой кнопочкой «Напугать». Очень странно. Вообще очень странно. Ну и вот таким вот образом она пошла за мной. А дело в том, что можем продолжить дальше, но надо найти самца. Потому что нам нужно потомство. И плюс к этому найти этого малька, походу он там находится все-таки, да? Который испугался и спрятался. Но вопрос, почему я до сих пор столько локаций как бы находил и никакого самца, никакой самки, никакой особи вообще не видел? Пишите об этом. Как их найти, если их нет? Или что-то мы делаем неправильно. Ну а так, с вами был Кентавр, это была игра Ancestors. Пишите, что вы думаете, как нам поступить дальше. Всем удачи и всем пока.